Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где есть ответы на любые вопросы. Также есть практики, настрои, ритуалы, медитации, инструкции, сублиминалы для улучшения вашей жизни и, конечно же, исполнения всех ваших желаний. И, как всегда я говорю, помните, что это все в ваших руках. Только вы можете изменить свою жизнь. Только вы можете сделать что-то для того, чтобы ваша жизнь улучшилась. Никто за вас это сделать не может, как бы другой человек этого не хотел. Ведь, по большому счету, только ваши мысли, эмоции и действия сегодня создают вашу жизнь завтра. Поэтому контролируйте, о чем вы думаете. Ведь происходит то, о чем вы думаете большую часть дня, что превалирует. И даже если вы хотите чего-то одного, а концентрируетесь на отсутствии этого, вот это отсутствие вы и получаете. Помните об этом. Сегодня, как и каждую неделю, прогноз на неделю, не на неделю сегодня, сегодня это прогноз на следующий месяц, на декабрь. И сейчас это стихия воды, знаки зодиака раки, скорпионы и рыбы. Плавучие, гибкие, в основном гибкие. Раки не такие гибкие, а все остальные знаки зодиака более гибкие в стихии вода, чем, например, стихия воздуха или стихия земли. Огонь тоже довольно-таки гибок. Единственное, что у огня больше запалом. Я сама рыбка, поэтому я говорю «мы». Мы, знаки зодиака, стихии вода, более можем под ситуацию пройти, и нам иногда легче изменить ситуацию, чем, например, стихия огонь. Кстати, помните про акцендент. Акцендент влияет на ваше состояние, на ваше восприятие и, соответственно, влияет на ваши мысли и на то, что с вами происходит. Поэтому всегда говорю, смотрите знак зодиака своего акцендента тоже для того, чтобы вы могли получить полную картину и, конечно, все советы, которые дает нам Таро. Ну а сейчас, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя и обязательно, обязательно улыбнитесь. Улыбка улучшает жизнь, помните об этом. Ну и, конечно, в конце еще три карты на исполнение желаний, и иногда оракул дает еще дополнительные советы. Ну что, я все выложила по одной карте на каждый знак зодиака и совет для стихии. Начинаем поздно по зодиаку, по гороскопу. И сейчас мы посмотрим, что же, на что основное обратить внимание в декабре для раков. У вас проблемы. Я не люблю слово «проблемы», оно первое, что приходит в голову по той простой причине, что я же читаю вашу энергию. Проблемы материального характера будут у некоторых из вас, но, опять же, это конец года, вы будете переоценивать все, что происходило в течение года, и, наверное, выйдете, может быть, в ваших расчетах не на плюс. Может быть, произойдет такое, что все-таки в декабре будет, можно сказать, меньше рабочих дней, и это тоже может сказаться на вашем материальном положении. Но эта карта говорит о том, не говорит о том, что надо экономить, затянуть ремешок, как есть другие карты,
которые именно могут говорить о том, что надо экономить. Нет. Эта карта говорит о том, что решение вашей задачи на поверхности. И единственное, что надо, это убрать эмоции и сконцентрироваться, и убрать концентрацию на отсутствии чего-то. Это, в принципе, в основном может касаться работы или бизнеса по этой карте, но также это может и захватить именно сферу межличностных отношений. Не может какой-то недостаток в понимании у некоторых из вас будет именно в межличностных отношениях, и именно придя к общему знаменателю и войдя в положение человека, с которым будут эти задачи, эти проблемы, эти разговоры у некоторых из вас, и даже будут какие-то споры, именно приняв человека и попытаясь войти в его положение, чтобы понять, по какой причине человек так себя ведет или говорит то, что он будет говорить, вы сможете обойти конфликты. И это было бы здорово. Ну, а для работы, карьеры, бизнеса некоторым из вас, может быть, будет в плюс, если вы проанализируете, какие еще можно найти источники дохода. Тут еще можно сказать по этой карте, что прекрасным источником дохода может быть какое-то ваше хобби. При сегодняшних, при интернете, при сегодняшних возможностях соцсети, мессенджеры, платформы, где вы можете именно то, чем вы занимаетесь как хобби, монетизировать ваше хобби. И сегодня я знаю многих людей, которые свое хобби превратили в источник полного и прекрасного дохода. И еще постарайтесь, я знаю, что вот первая реакция, вот эта первая реакция, которую я вижу, это страх и испуг. Как можно быстрее избавиться от этого страха и испуга, включить анализы, проанализировать. Я уверена, что вы себя никуда не загоните туда, не, тогда. Потому что именно ваш настрой и ваши мысли могут вам мешать, могут вам мешать видеть полную картину и видеть, что все не так уже плохо. И по этой карте это именно так. Помните об этом. Вот уже в следующую неделю будет прогноз на неделю, советую вам посмотреть, потому что там мы можем увидеть, что же в пределах недели. Ну и также в течение недели есть же каждодневные карты, которые могут помочь вам тоже. Скорпионы, смотрим. У вас, кстати, будет очень продуктивный месяц. У вас будет месяц, где вы, подведя итоги года, поймете, что вы поднялись на какой-то другой определенный материальный уровень, довольно-таки комфортный. Ну, а также по этой карте могу сказать, или в вашу жизнь войдет, или уже есть в вашей жизни, в вашем окружении женщина, которая довольно-таки важна для вас, и встреча с этой женщиной важна для вас. Эта женщина старше 45, она темный цвет волос, с темными глазами, очень уверенная в себе женщина, женщина, знающая, чего она хочет, и достигнувшая уже чего-то. Она очень серьезная. Если говорить о межличностных отношениях, это для мальчиков, для кого это интересно. Если вы старше 45, женщина будет ваша ровесница, может быть, на год младше,
если вы младше 45, женщина будет старше вас однозначно. Но я хочу сказать, что если эта женщина в вашем окружении и она вам нравится, если кто-то узнает в этой женщине кого-то, то смотрите, эта женщина хороша для серьезных отношений, но не для страстных кратковременных романов. Вот это она не принимает, и на это она не согласится. Также могу сказать, что кто-то именно из ваших родных, близких, этому, скорее всего, кто-то постарше, нужна будет ваша помощь. И это может быть мама, это может быть сестра, это может быть хорошая подруга, хорошая знакомая, но постарше. Могут попросить у вас помощи, но опять же, помочь, не помочь, решаете только вы сами. Для тех, кого интересует здоровье, вот если у вас есть врач, и этот врач женщина, это здорово. Но может произойти для тех, у кого вы занимаетесь своим здоровьем и не можете найти именно того лечения, которое бы помогало, или есть какие-то вопросы, было бы здорово, чтобы врачом была именно женщина и женщина постарше. Больше, лучше будет результат. Единственное, что для некоторых из вас этот врач может быть не бесплатный. Я знаю страны, в которых есть платная медицина, и, соответственно, это именно платный врач. Там, где страны, в которых уже, как я говорю, все включено в налоги, которые мы платим, в Канаде это так, так просто надо смотреть, чтобы это был врач, который специализируется больше на интересующей вас сфере медицины. Ну, вроде бы я рассказала все для тех, кто в поиске работы. Вот тут могу сказать тоже, когда будете рассылать резюме и когда будете проходить интервью, больше шансов получить интересующую вас работу, если начальником, менеджером, хозяином будет женщина. Вот так, коротко и основное, на что надо обратить внимание вам в декабре. Ну и рыбки, давайте посмотрим, на что же нам обратить внимание в декабре. Первое, что я вижу, мужчина. Мужчина возраста я вам не скажу, потому что это император. Император это может быть любой возраст, но мужчина, достигнувший определенных высот в работе, карьере, бизнеса, в материальной сфере или в своей профессии, или в том, чем человек занимается. У девочки, если вы в поиске или в ожидании своей второй половины, вот у вас в окружении появится такой мужчина. Мужчина довольно-таки опытный и знающий, чего он хочет. Мужчина, который серьезен, очень и очень серьезен. Скорее всего, обратит на вас внимание и встречаться, не встречаться, принимать ухаживание или не принимать ухаживание, это только ваш выбор. Для тех, кто... Девочки, кто уже замужем или уже в отношениях, у вашего молодого человека ожидаются какие-то улучшения в работе или в бизнесе, повышение повышение в карьерном росте, может быть, а также улучшение именно бизнеса, повышение доходов от бизнеса, чем этот человек будет несказанно рад. И еще для тех, кого это интересует, смотрите за тем, как ваш мужчина относится к вам, нет ли излишнего контроля. Изменить это можете только вы.
постарайтесь сделать так, чтобы этот контроль не душил вас. Иначе, ну да, будете страдать. А вообще изначально, когда строите отношения, всегда надо понимать, что у каждого партнера должна быть своя зона. Должно быть время с самим собой, или самой собой, время с друзьями, время с родными, близкими, время, когда вы принадлежите себе, и чтобы вас не контролировали, ведь все равно должно быть доверие. Вот тут я могу сказать, что старайтесь строить отношения на взаимном доверии, иначе отношения вряд ли будут работать. Для тех, у кого интересует здоровье, мои дорогие рыбки, вот тут предстоит встреча с кем-то, кто высоко стоит именно в той сфере, в той области здоровья, в которой вас интересует, и это человек, который может помочь вам правильно поставить диагноз и, соответственно, правильно назначить лечение для выздоровления. По здоровью, в принципе, для тех, у кого все в порядке, здоровье будет богатырское, императорское, хорошее. И не могу сказать, что какие-то недомогания, смотрите, бывает, мы устали, все-таки идет декабрь, это зимний месяц, надо думать, как свою иммунную систему поддерживать, витамины, бустеры. Это все приветствуется, и это действительно помогает. Поэтому выбор ваш. А что, куда и зачем, я вам уже рассказала. Ну и совет общий для стихии. Общий совет для стихии – не останавливаться на полпути, концентрироваться только на результате, которого вы хотите достичь, соответственно, концентрироваться на победе над болезнью, на победе над какими-то задачами, которые будут стоять у рака в ближайшую неделю. И по этой карте вас действительно ждет победа. Победа, можно сказать, знаете, как по вашим расходам энергии, вот, соответственно, сколько энергии потратили, чем больше вложили энергии, тем больше уровень победы. Помните об этом. Вот такой довольно-таки интересный месяц ждет стихию «Вода». Раком я все рассказала. Старайтесь концентрироваться на победе. А даже если сегодня или вот в декабре что-то начнет происходить не совсем как вам нравится, помните первое, что притянули вы это сами. Ну и дальше уже только вы можете ситуацию исправить. А сейчас загадывайте ваши желания, помните о формулировке. Формулировка очень важна. Ну и, соответственно, мы сейчас посмотрим, что же посоветует нам оракул. Даже не знаю, как он называется, я его сама делала. Ну что, раки, смотрим. Новые направления. Вот я говорю, что решение задачи и исполнение вашего желания не там, куда вы смотрите. Куда-то вы направляете свое внимание, где отсутствует то, что вы хотите, отсутствует решение ваших задач. Постарайтесь подходить аналитически и смотреть в разные стороны, образно говоря, чтобы найти решение задачи и исполнить ваше желание. Скорпионы. На сегодняшний день карта показывает вряд ли. Говорит, наверное, о том, из того, что я вижу, говорит о том, что вот еще не полностью вы готовы к исполнению вашего желания. Больше информации, немножко больше движения, продвижения. Я не люблю слово «усилия», но именно действия. Нужны ваши действия, и тогда ваше желание точно
исполнится. Именно действуя вы исполните свое желание. И эта карта победы, именно победа, результат ваших действий. Не просто победа и радость, а именно победа, которая является результатом ваших действий. Рыбы, вас ждет процветание, и по императору, да, вас ждет улучшение. Ваше желание точно исполняется. Принимайте. Кстати, еще один очень важный аспект – это принятие. Принимайте, и ваше желание исполняется. Вот такой нас ждет месяц. Месяц интересный. Месяц, можно сказать, даже продуктивный. Все же зависит только от нас. Ну а я желаю вам, в свою очередь, всего самого-самого лучшего. Счастья по умолчанию, которая не зависит ни от чего, ведь счастье – это состояние души, и оно зависит только от того, как вы себя настроите. Вы же можете притянуть постоянную белую полосу и счастье, которое будет с вами каждый день, и я вам этого желаю. Люблю вас, мои дорогие, увидимся очень скоро, пока!